Беларусь и Польша намерены углублять сотрудничество в образовании, культуре и здравоохранении. Об этом стороны договорились во время визита польской делегации во главе с маршалом Сената. За два дня Станислав Карчевский не только поучаствовал в официальных переговорах, но и посмотрел на Беларусь культурную и даже смог принять импровизированный экзамен по польскому языку у белорусских студентов. Анастасия Иванникова сопровождала зарубежных гостей. Зарубежного гостя здесь действительно ждали. Понятно это и по теплому приветствию, и по множественным рукопожатиям. Лично поздоровался Станислав Карчевский с каждым студентом. Для будущих языковедов польский маршал и знаковая фигура, и одновременно носитель того самого польского языка, который они изучают не первый год. Кстати, самой западнославянской школе в белорусском вузе примерно два десятилетия. Мы стажируемся почти каждый год и выезжаем на групповые стажировки. Намерение сотрудничать в образовательной сфере сенаторы подтвердили еще вчера и ратифицировали соглашение. Сегодня от теории перешли к практике. А польскому маршалу даже предложили принять импровизированный экзамен у наших студентов. Уже потом он, впечатлившись знаниями, поставит всем наивысший балл и расскажет. В Беларуси когда-то бывал, правда, по-настоящему познакомился лишь сейчас. В отличие от Варшавы, здесь есть кольцевая, а широкие проспекты даже вызвали легкую зависть у зарубежного гостя. Я рад, что студенты ездят в Польшу и наоборот. И надеюсь, что это сотрудничество будет развиваться и дальше. Маршалом Сената Станислав Карчевский стал в ноябре прошлого года, но в его карьере почти 20 лет врачебной работы. Хирург по образованию, он не мог не посетить Центр детской онкологии, тем более сотрудничество с польскими коллегами здесь налажено. К примеру, эти домики – своеобразные гостиницы для родителей заболевших детей. Всего на территории 20 подобных пансионатов. Два из них построены как раз при помощи польских партнеров. Сотрудничество выражается в первую очередь в обмене опытом и стажировках на рабочих местах. И есть даже поставки по линии Евросоюза, техники, медицинской техники в наше учреждение. В гости с подарками польская делегация зашла к маленьким пациентам. Знакомство с работой врачей, отделение, даже, казалось бы, повидавший многое, опытный врач. Уже после посещения центра всем журналистам признается, посещать такие больницы тяжело. Это прекрасный центр, осуществляет лечение на замечательном мировом уровне. Также с господином министром мы поговорили о трансграничном польско-белорусском сотрудничестве, в том числе в клинической области. Перспективы в здравоохранении обсуждать будут наш министр Жарко и польский Радзивилл. Кстати, познакомился Станислав Карчевский и с белорусскими Радзивиллами, а точнее с историей знаменитого рода. В дворцово-парковом ансамбле музея-заповедника в Несвеже, что посмотреть, есть. Тем более история белорусов и поляков, как не раз подчеркивалось в ходе двухдневного визита, во многом едина. Анастасия Иванникова, Юлия Матяш и Виктория Свирская, телекомпания СТВ.